Успеть за 2 недели. Представить декларацию 3 НДФЛ о доходах, полученных в 2023 году. Физлица должны до 2 мая 2024 года. Сделать это можно в налоговой инспекции, в МФЦ или онлайн через личный кабинет налогоплательщика. Напомню, кампания стартовала 1 января. Как сообщили в налоговой инспекции, на сегодняшний день подать декларации обязаны 9658 человек. Среди них не только жители Магнитогорска, но и соседних Агаповского, Верхнеуральского и Кизильского районов. Декларацию необходимо представить всем гражданам, которые в 2023 году реализовали имущество, находившееся в собственности менее 5 лет, реализовали транспортные средства, находившиеся в собственности менее 3 лет, получили в дар имущество, сдавали имущество в аренду и получали доход, а также реализовали доли в уставном капитале. Также сдать декларацию доходов должны индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной практикой, и другие лица. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2024 года. В случае непредставления декларации после 15 июля срока уплаты налога, налоговая инспекция самостоятельно заводит расчеты и начисляет суммы налога, в том числе штрафные санкции. Это 20% за непредставление декларации и 30% за неуплаченную сумму налога. По состоянию на сегодня более половины граждан, которые должны это сделать, еще не представили декларацию. Сотрудники налоговой напоминают, у налогоплательщиков осталось 2 недели. Юлия Черешнева, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВИН.